Сейчас и не вспомнить. Хотел вроде чаю попить. Да, чаю. Это точно. Потому как какой же русский чай не пьет? Ну да, впрочем, не о том, не о том. Значит, решил чаю попить. Да, взял чашку. И вдруг как бы завеса упала с глаз. Словно внутри меня кто-то сказал, да ведь это же суд начался. Суд Божий. Вот ведь и отцы церкви говорят, суд истории, он и есть суд Божий. Истинно так. А стало быть, началось. Грянуло. Промил час. Меч огненный занесен над отечеством нашим. И нет уже времени, совсем нет, как не бывало. Прошлое стоит при дверях. Возмездие требует. Выходит, дождались, господа атеисты, свою голову суда Божьего. Запругали земли русской, дождались, а вот оно. Грядет судья, сердца сотрясает. Тайная история совершается. Прости, Господи, нас окаянно, и помилуй в день суда Твоего праведного над Отечеством нашим. Настави путям спасения души окаянные, Господи, Господи. Я лучше сяду. Можно? Слушаю вас. Я ничего не понимаю. Так, иди на старость. Больны. Хватит. Давай, иди. Почему вы молчите-то? Видите ли, я должен произнести вслух. Что? Трудно начать. Сейчас я соберусь с мыслями. Сейчас. Ну что говорите? Я про детей забыл. Что? Сижу у себя в комнате. Ну и что дальше? Хотел чаю попить. Ага. И вдруг как током ударило, а? А как же дети, а? Какие дети-то? Из интерната. Сироты. Без родителей. Сироты. Ну и что? Вот я, скажем, директор интерната. Да вы же директор. Сироты. А, это не важно. Это не важно. Ну как? Да не важно. Важно другое. Важно, что я русский интеллигент. Так?
Да. Кто? Как говорится, наследник Толстого, Достоевского, да? Ты посмотри, и что? Ты посмотри на него. Что я сижу здесь? Что? Надо же детей спасать. Вот так, вот так, вот так. Да поймите, они же утонут, они утонут. Что вам надо? А я тут сижу. Успокойся, дети, пожалуйста. Успокойся, я тебя прошу. Иди. Какой подлец. Я же вдруг вспомнил, а как же дети? Забыл. И сижу тут. Знаете что? Нет. Какой подлец. Ну ты посмотри на него, мама. Ну что он творит? Ты посмотри, а. Подлец, подлец, подлец. Подлец. Какой подлец. Про детей забыл, а? Подлец, а? Подлец, подлец. Погоди, погоди. Да он же врет все. О, ты посмотри, он же играет, наигрывает все. Вот посмотри, у него глаза сухие, он же не плачет совсем. Почему не плачете-то? Почему лицо в тень прячет? Вы почему лицо в тень прячете? Он же не смотрит на меня, он же врет, я вижу, он все врет. Врет все? Нашел дураков, лапшу нам вешает, на уши пришел. Растет, ну куда? Странно как-то, а? Это он тебе роль. Ну, конечно! Детишек он спасает. Знаете, только все не верите. Да, конечно, не верите. Извините, правда, Вася. Извиняешься, был перед кем извиняться тоже мне. Тьфу! Тьфу на вас! Пришел тут растет, ну-ка убирайся, чтобы ноги твои больше не было. Извиняться тоже, молчи, кем извиняться. Да молчи, что! Добра у вас нет, нет добра, добра нету, нет! Куда? 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 Он все видит, все знает. Ну-ка, ну-ка, не будь, что будет, дети, дети, дети. Люди! Что? Люди! Посмотри, он же пьяный нажрал. Да пьяный, пьяный, конечно. Люди! Я тебя в тюрьму запашу! Что за лёд? Опять сюда! Уходи! А ну-ка! Куда? Куда? Ух ты, чёрт! Посмотри, как у него лёд же! Пусти! Люди! Вася, отвлеки на усил! Тавашка! Люди! Да помогите же кто-нибудь, ну помогите! В чём дело-то? В чем дело? Какого хрена? Шкаф играет, базарин! Черт его знает. Сосед, наверное, пьяный. Вроде снилось что-то. Церковь снилась. Чему это? Не мое лицо. Борисыч! Чё? Я тут весло нашел. Иди сюда. Чего? Посмотри в зеркало. Лицо-то не мое, а? А что не так? Все, да, так. А? Голос. Голос мой. Выражение мое. А лицо не мое. Да нет, вроде. Похудел, мам. Да что ты нервничаешь? Я тебе весло нашел. Смотри, вот. Ну-ка, давай, держи. Вот, давай. Ну, попай его. Вот так, отлично. Сейчас поплывем. Его лицо не мое. Давай. Забит. Весло давай. С ними будет. Это. Господи. Ходишь? Я
давайте, ребята. Евтин Иван, быстрее, потому что вас всех только надо посмотреть. Евтин Иван, там, давайте, там, там мужчина какой-то высокий, чердак открыл. Командует, распоряжайся. Откуда он сюда попал? Не знаю. Я что значит? Каждый может прийти с улицы командовать. Это же Иван Сергеевич Мазарин. Он в нашем доме живет. Он с придурью немного. Ну, вообще, он, наверное, хороший. Что значит? Сумасшедший он, что ли? Да нет, ну, почему сумасшедший? Ну, вы что его в школу-то повели? Да почему я? А кто? Я сама кто? Смотрю. Ну, Мазарин, кто? Откуда он появился, не так, понимаю. Да он ничего. Он, да, он, может быть, помочь хочет. Что он хочет помочь? Да. Каким образом? Дети все-таки должны они вертолет прислать или катер. Алло! Алло, девушка! Не бросайте, девушка! Интернат вас беспокоит! Да! Поклонная 25! Девушка, соедините нас, пожалуйста! Алло! Алло! Давайте я. Вошли. Я вошел. Должны сказать. Ну? Сейчас. Я... Это... Пожалуйста, вон туда, к ней Степановне. Да? Я... Ну? Приехал из интерната. Так. У нас вода. Все затопило. Катер как нужен. Как же так можно? Ну я не могу! Я не артист! Что? Я не артист! Поймите, я не могу! Что вы говорите? Какой артист? Я должна волнение ваше почувствовать, ваше отчаяние. Ваши слезы должна в глазах увидеть, мужские слезы. Ага. Ешьте, чтобы делать слезы. Сосюк. Ешьте, ешьте. Отличное средство. Так. Очень хорошо. Так давайте спокойно еще разок. Вот вы как бы пришли. Вот. Вы вышли из воды, вы весь мокрый. По вас вода течет, вы весь мокрый, у вас отчаяние в глазах, так? Потому что вы понимаете, что времени очень мало, и что дети уже на крыше сидят. И вы от вас сейчас... Катер, дайте! Дети гибнут. А, да? Ой, хорошо, да, хорошо, ты это... Хорошо, конечно, хорошо. Только так. Наконец-то ты забрался. Вот хорошо. Катер нужен. Если так получится, то успех обеспечен. Вот, правда? Ну, а?
Конечно! Конечно! Спасибо. Вы извините, ехать надо. Вода сильно идет. Нет времени. Да-да. Я говорю, нет времени. Я говорю, времени нет. Совсем нет времени. Дети гибнут. Товарищи, вы русский язык понимаете? Ничего нет, катеров нет, солярки нет. Могу предложить талоны на мыло. Нет, талоны не нужны. Мне нужен катер, лодка, ну что-нибудь. Там же дети, а? Замер у меня. Сделаю замер, поговорим. Меня на даму! Где оцепление? Уже выехали? Раньше нас будут. А что это вы? Без штанов? Так это форма, одежда новая. В связи с событиями. Ну, кругом же вода, брюки мокнут. Неаккуратно. Я вел новую форму одежды. Куда ты нашли? Если есть возражения, могу отменить. Колониальная форма. Американцы в таких случаях шорты носят. Так я в приказе так и написал. Шорты. Где их взять? Одна штука на гарнизон. Вот и надел бы. Для премьеру. Поехали! Товарищ Воздухин! Товарищ Воздухин! А как же дети? Ну что мне делать-то с интернатом? Вертолет, что ли, послать? Можно, наверное. КГБ имеется? Товарищ Галиулин! Да? Нужно помочь интернату. Вертолет требуется. Нету вертолет. А что это вы все шляпы прикрываетесь? Что у вас с лицом, а? Болею. Раздражение у меня. Никак нельзя без шляпы. Болезнь это, извиняюсь. Вроде трезвый. С ума тут с вами сойдешь. Давай!
Алексей Наилов! Лезут! Лезут! Вот тебе лезут! Лезут! Что я могу больше? Не могу! Вызывай войска! С артиллерию! Что там такое? Самые. Больше некому быть. Соврет правильно, изобразит из себя. И глядишь, в праведника уже избежал осуждения. Да. Поглядишь, поглядишь вокруг, и оторопь берет. Будто сговорились все, о главном молчат. Вроде нет его главного, то есть суда Божьего. А все в другом. Словно игра такая. И все подмигивают друг другу, подхихикивают. Вроде все понарошку, не вправду, вроде и суда никакого нет. А так, розыгрыш, кураж всенародный. Вот и вопрос. Неужто все дьяволом связанные служат ему, яко слуги верные? Неужто быть того не может? А что же тогда? Что? Все двоится, из рук ускользает, словно сквозь маю сути не уловить. Вот и лицо. Да. Дьявольщина какая-то. Это не мое лицо. Да что ж ты такое? Извините, я... Услышал, что у вас машинки печатают. Да. Вы писатель? Я этот писатель. А ты-то кто? Чего надо? Видите ли, я... Видите ли, я приехал... А ты чего надо? Волгу ему надо. С этими пристанями, пароходами. Я приехал насчет... Насчет... Насчет детей. Детей нет. Мне надо заявление напечатать, а... Иначе не принимают. Он что, пьяный? Да сам ты пьяный. Нет, я трезвый. Мне заявление напечатать. Машинку надо. Кому? Маздухиной. Маздухиной! Заходи. Маздухиной. Я сейчас на минуточку. Я долго, да? Давай Итак, я, как русский интеллигент, как говорится, наследник Толстого, Достоевского, второй день сижу в гостинице.
так как по причине страшного суда временно не выдаются транспортные средства. И я... Простите. Да, но если данное явление природы... Сань, они все писать начали, как будто это так просто. Действительно имеет место. Давай. Почему не эвакуировать детей, спрашивается. Потому что... Сейчас, минуточку. Сейчас соображу. Тебе не стыдно? Что? Я говорю, не стыдно тебе, нет? Саня. Да. Саня, да, да погоди. Да подожди, дай слово сказать. Я говорю, тебе не стыдно? Позор! Что говорит? Сань, закуси. Да подожди, до тебя Толстой писал. Чехов писал, ты сам себя только что наследником назвал. И что? Каким стилем ты изъясняешься? Фу, канцелярщина. Вырви листок. Чего орешь-то? Вырви, я сказал, видеть этого не могу. Действительно, можно как-то и дальше. Разорался тут. Мне просто на ум ничего не приходит. Тут главное, чтобы дали катер. Катер! Хрематер! Альма-матер! Вон, выгляни! Сань, пока выпей, Сань. Да подожди, Юра! Ты с чего начал? Я говорю, начал с чего? Ну вспомни, у Платонова колбасу на гробе жены резал. Вот начало! А ты что, наследник? Царенов! Саня, да пропади он, пусть он пишет как хочет. Давай, ну. Да ладно. Будь здоров. Будем. Давай, Саня, Саня, давай селёдочки. Селёдочки, закуси, закуси. Ну, давай, давайте вот еще раз. Хорошо. Ну, действительно, надо как-то по-другому. Вы, главное, сразу действие. Действие, а то никто читать не будет. Да я понимаю, тут фразу какую-то надо... Вы с описания природы начните. Что-что? Да, а что? Это в традициях русской литературы. Да? Да, подожди! Ну чего ты, что? Чего? Ты что несешь, дура? Какая тебя дура? Что ты несешь? Какая ты природа? Ты что, меня оскорбляешь? Какая природа? При чем природа? Характер! Характер нужен! Вот! Дети. Как? Какие? Я их увидеть должен. Сразу, понимаешь? Да, вы правы, да. Конечно, как же это я на минуточку. Давай по чуть-чуть. Особенные дети, они разные. В одном мать сожгли, у другого убили всю семью на глазах.
У них характер особенный. В принципе, у них нарушена психика. Они жить не хотят. В этом вся проблема. А тут еще неизвестно, как их лечить. Лекарств нет никаких. Но это же никого не волнует. Что у тебя в руках? Кошмар. Это ж ты какой материал? Это же бестселлер! У тебя же любое издательство с руками оторвет! Миллионер ты будете! И он скрывал! Да, ты понимаешь, что ты написал? Я бы сам иди скрывал! Сейчас! Ну, ты молодец, да, какой! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Давай, давай, а? Быстро! Сань, давай, иди сюда! Давай! Меня зеленая! Вон где! Вон, поползла! Вон! Что ты? Шутка. Не поняли, что. Ну, зараза, ну ты хренел! Шутка! Я на вами шутка! Детей. Не вовремя! Не вовремя! Алло! Послед, что ли? Алло! Давайте, не задерживайте! Я сюда! Алло! Ничего не слышу! Алло! Нате! Громче говорите! Потомки, да! Извините, я потом. Извините, я вдруг не говорю. Здрасте, Валентина Ивановна. Не пойду. Плачьте же, я же вас учил, иначе что? Я не могу. Они нас разорвут. Я вам приказываю. Ну, идите, идите. Ну, идите. Я сам все видел! Я сам все видел! Я сам все видел!
Спокойно, женщина, спокойно, тихо, тихо, тихо. Мне каяться не в чем. Не в чем мне каяться. Рано, мужик, не в чем нам каяться. Мы люди простые. Пойдем, пойдем выпьем, а? Я солоду побил. И не знал, брать, выпить есть. Ой. Держи. Она чума болотная. Бери уже! В лицо! Не драй! Давайте пиво. Не, я не буду. Ну чего там? Оболтуи, чертовы! Ну что, выпили? Заходите за вами, убирайтесь. Я хуй. Вот пойду жене скажу. Зажрались. Что думают, что творят. Ужас просто. Я что говорю? Химзавод горит. Так? Угу. Целую неделю погасить не мог. Горит себе и горит. И никто не тушит. Нахрена кому надо в огонь лезть? Тем более, значит, а вода? Вода. Ну, это по-разному может быть. Например, дамбу прорвало. А почему нет? У нас же как строят, сам знаешь. На заполях строят. Это к чему? Потому что все эти разговоры про страшный сон, это же посмотреть надо. Может, как говорится, все это туфта. Вообще-то, я так скажу, вообще-то мы в Бога верим. Ты не подумай, все как положено. Ну, это само собой, кто спорит. Ну, все как-то не то что-то. Ну, ты понимаешь? Че это с ним? Не пошло, что ли? А ты разболтай, разболтай! Я тебя сейчас слышу! Я тоже сказал. Я знаю, я чувствую. Я должен сказать. Да пропустите же! Я чувствую. Эй, вы, тихо! Я должен сказать! Он говорить хочет! Я должен говорить будет! Вот! Тихо! Человек живет. А жизнь проходит. И все. А что я за всю свою жизнь видел хорошего, а? И так каждый. А потом говорят, счастье. А что такое счастье? Кто его видел? Верно, верно. В Индии и на Тибете говорят, что жизнь человека есть сон. Но я, собственно, не об этом. Тут главное, первая причина. Что? Что было в начале? Сознание или материя? Мировой дух, пленённый земной плотью. А может, тайный грех Атлантиды? Мы же все падшие. Да. Земля за человека проклята. А вы... А я, может быть, про себя такое узнал. Такое! Я, думаете, старушку убил? Нет. Я хуже. Я луковичку ел. Луковку. Чтобы слезки делать. Про детишек. Говорит, чтоб сострадательно выглядело. Потому как без луковки никакой такой сострадательности нет. Не чувствую, не сострадаюсь. Умом понимаю, а сердцем нет. Да что такое делается, граждане, а? Там детки тонут, сироты бесприютные, а мы пивко пьем. И рыбкой закусываем, а? Вот она,
Петячка. А еще говорят, что народ богоносец. Ну что, мужички-богоносцы, Достоевские, слабо катер достать, а? Детишек спасти? Слабо. Слабо. А ну, конечно. Все мы вышли из гоголевской шинели. А шинелька-то? Шинелка-то? А? Играй, Бог! Играй веселее! Собственно, что? Да. Я сострадать пришел. Я должен все это видеть. Сострадать? Да. Вы извините, вы что, из газет? Писать будете? Я не знаю. Я сострадать буду. Mm-hmm.
Вы извините, пожалуйста, вы здесь сострадайте, в этой комнате, там не угол. Да, там не угол. Какое это имеет значение, где? Какое? Поймите, мне все равно, где? Я должен, я вижу это и должен сострадать. Я душа болит, понимаете? Вот здесь очень хорошо. Георгий, покажи свои рисунки дяде. Покажи. Ну, покажем. Волнуйся, не волнуйся. Сколько раз тебе говорить одно и то же? Не волнуйся. Ой, посмотрите, какие рисунки, какой способный мальчик. Как рисуешь, вы видите, ну поглядите. Это мозг. А этот рисунок, посмотрите, какой хороший. Алик, Алик, иди сыграй. Давай, возьми виолончель. Алик, вставай, вставай. Иди, с меня только рука еще болит. Да ничего, у тебя уже не болит. Гранату брось, а я еще садись, садись. Давай, играй. Осколок меня поранил. Вот он всем про эту руку рассказывает. Надоел уже такой лентяй, лишь бы не заниматься. Сосредоточься. Тут был мужчина до вас. Так он вспомнил, кем был в прошлой жизни. Через одежду. Я через волосы чувствую. Начала косы заплетать. И вспомнила, что в прошлой жизни я институткой была. Меня убили. Гражданскую. Все. Пуговицы. Пуговицы были другие. Так. Вы платье попробуйте. Вон висит. Только обязательно с шалью или с платком. Вот это белое. Сирень, господа, я искал счастье в сирене. Для этого нужно съесть цветок из 5 лепестков. Я жил на Волге, господа, в Самаре. Я был счастлив. Я был любим. Простите, господа, я неважно себя чувствую. Я нездоров. У меня что-то с лицом.
Это не мое лицо. Я не понимаю, что со мной. Извините. Господа! Господа, ну что же вы? Давайте пить шампанское. Черное вино. Черное вино. Белый снег. Белый снег. Черное вино, господа. Черное вино. Господа, черное вино, белый снег. Вы помните? Вы помните, господа, черное вино? Черное вино, господа, черное вино. Белый снег. Вы помните? Вы помните? Господа, господа, послушайте, господа. Это же Андрей Белый. Да. Посмотрите, одно лицо. Это да, да. Какое сходство. Андрей Белый. Удивительно. Юге помолимся. Мы стоим на краю истории. Мы, дети всемирного эпилога, господа, выслушайте меня. История кончилась. Господа. Свеча горела на столе. Свеча горела. Занесенные поезда, поезда, кровь на белом снегу, Россия кровью умытая, все так, понимаю, вопрос имеется. Почему каждый из наших отечественных духовицев рисовал апокалипсис, а? Почему всегда бездны разверзаются? И непременно у мрачной бездны на краю. Понимаешь, на краю. Ну отойди, несчастный, от края, отойди, упадешь. Нет, не тут-то было. Ему посмотреть охота. А там апокалипсис. Там Бог с дьяволом борется. За красоту эту самую, которая якобы мир спасет. Ни хрена не спасет. Потому как сказано, 144 тысячи спасенных будет на страшном суде. И все. Это на всю-то историю. Из колена Израилева. Так кажется, написано. Может, из Израиля, я это место плохо помню. Не буду спорить. Но... Я, собственно... Чего пришел-то? Я ведь, Вань, спать не могу. Все, о детишках твоих думаю. Глубоко, Вань, взял. Ой, глубоко. Под корень. Под самый корень души русской. Даже еще глубже. Сейчас скажу. Эпиграф подобрал к роману. Если малые мира сего, сирые, безвинные детки жить не хотят, то кому же возможится? Утром Вань как ошпаренный вскочил. Нинку бужу. Дура, дура, вставай, это же Толстой к тебе современный приходил, машинку выпрашивал. А ты пьянь, поучала, как ему описание природы марать.
Шутки мне шутки показывала. Ну, врезал я ей пару раз. Нехорошо это, нехорошо. Да все, Вань, да ну что ты, замирились уже. Сосиску валяется. Ай, готово. Тараканы по ней полы в рот заползают, и хоть бы что. Она вдруг встанет, намажет, она кратит, она вьется. Рассол! Кто бы подумал. Ты че, Вань? Вань, я тебя обидел чем? Вань, ты че? Давай водичку выпьем. Могу, могу. Вань. Там дети гибнут, а я... Что? Что мне писать? Что? Проходи глубины духа. Мне катер нужен, понимаешь? Катер! Ну, все, катер, катер! Не хотят, они сами решат, когда вырастут. Понимаешь? А ты про какие-то тараканы. Ну при чем здесь тараканы, сумасшедшие? Вань, да погоди ты! Вань, Вань! Ваня! Тебе лежать надо! На страшный суд. А он деток спасает. Он спасатель. Че смотришь ты? Че смотришь? Испугался. Но-но. Испугался. Вот я мертвая. Я живая. Я живая. Я, может быть, вечно живая. Ну что? Что вам от меня надо? Идите, идите! Своей дорогой! Насчет детей. Никаких детей, понимаешь? Черт знает что, понимаете ли. Превратили в проходной двор. Егора! Интересуется, эти мышки, они домашние или... он говорит, он спрашивает, какой они породы. Мистер Юхансон большой любитель животных. Это крысы. Тут полно крыс, понимаете ли. Черт знает что. А вообще-то, ему не надо это переводить. Да, ты прав. Jag tycker om råttor. Fråga honom, varför är planter allt upp med fötterna? Мистер Юхансон интересуется, почему у вас в стране все вот так вот странно и... Вверх тормашками. Почему? О, я ожидал этого вопроса. Правильный вопрос задаете. Потому что народ у нас говно. Не народ, а черт знает что. Вот я был у Буша, так Вера Исмаксимовна говорит. Посмотри, какие воспитанные, понимаете, это самое. С цветочками стоят, а как работают. А я и сам видел, между прочим, это самое. Так, спортом занимаются и не курят. А у нас что? Пьют и воруют, воруют и пьют. И курят, и дышать нечем, понимаете, это самое. Вы что там делаете? Минуточку, я сейчас. Здравствуйте.
И не нас одних, а всю Европу сидит в таких случаях русская страшная Саша. А это кто? Мышкин, Мышкин. У нас хоть в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще и самых подземных. Коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть стало быть и мечом. Отчего это? Отчего разом такое искупление? Неужто не знаете? От того, извините, что пожалуйста. Он отечество... Я из интерната насчет детей. У нас все затопило. Нужен катер, чтобы детей вывести. А не дают. Да-да, я понимаю. А мы вот с Раисой Максимовной каждый вечер читаем книжку, понимаешь, Достоевского. Вы вот сядьте только, послушайте. Я поставлю. Неужто? Того, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался. Берег, землю нашел и бросил ее целовать. А это кто сказал? Рогожин? Тщеславие. Я же сказал, мышки. Извините. Что вы дальше? Я к Михаилу Сергеевичу. Какой Михаил Сергеевич? Глаза разой. Это же двойник его. Притворяется. А так. Из поля духов. Не понял. Каждый духов. Он? Я вас спрашиваю. Вы что меня разыгрываете? Двойник, не двойник! Мне катер нужен! Да дети гибнут! Эх вы! Все разыгрывают! Кто разыгрывает? Кто разыгрывает? Ты с ума на станции!
одевали. Что, я не видел? Я не слепой. Это маскара. Что, я никуда не поеду? Куда? Не поеду никуда. Куда? Мне надо спасать детей. Что? Ай, не искренне говоришь, Вань, не искренне играешь, а сам не веришь, Вань. Роль себе такую придумал. Да повторю, какую роль? Ты, Ваня! Что ты несешь? Я тебе вот что скажу, Ваня! Там! Да. На Куликовом! Ну, выпил. Там! Выпил немного, ну, не обращайся. Силы света с силами тьмы борются! Да. Там, может быть, история сейчас свершается! Я так скажу, спасибо, Ваня! Я так скажу! Бывают в жизни каждого человека такие минуты, за которые потом мучительно стыдно! Ваня! Ваня! Народ он знает, куда идти, если он идет на Куликова! Значит, будет сеча великая! Встань! Извини, люди! Отряхнись, человече! Гудят колокола небесные! Лягем костями! Пробил час, люди русские! Уж мы пойдем ломить стеною! И постоим мы головою! За родину свою! Горит, пою где-то, а я себя со стороны вижу, будто кто-то за меня играет, то есть будто не я это, а кто-то другой. Вань, страшно тебе. Давай, нет, читай, читай, давай дальше, дальше, читай. Давай сначала по чуть-чуть. Да? А? Ух ты! А, вы действительно, действительно, читайте, пожалуйста. И вы знаете, я тоже люблю, когда в поезде, ночью, ведь совсем иначе слово звучит. Другое все. Гениально! Гениал! Другое! Для русской литературы всегда как бы атмосфера нужна. Погружение. Да-да. Вань, за тебя, Ваня, такую литературу не за вас. Не стыдно на страшном суде предъявить. За тебя. Давай. Вообще-то это раньше начиталось как заявление. А сейчас я даже не знаю. Наверное, роман. Ваня, читай, читай. Я пока колбаски порежу. Читай давай. Итак, ощутил себе Иван Сергеевич персонажем неким. Так сказать, действующим лицом по чьей-то неведомой воле. Ехидной и весьма саркастической. А главное, понял он это лишь в ту минуту, когда заметил, что и все другие ничем не лучше его, разве что играют похуже. Да и роли у них эпизодические, не главные. А у кого же главные? Вот снова вопрос.
вопросы. Ведь ежели кому в государстве российском дозволено такую общенародную пьесу из граждан выстраивать, то кто же это должен быть? Неужто опять враг человеческий, отец лжи, затеял игру коварную, дух подмены пустил, дабы заморочить, ослепить в который раз, не дать подняться из грязи вековечного обмана любезному отечеству? Неужто опять бесы воют, с дороги сбивают? А ведь так близко казалась она, дорога-то эта, такая простая и ясная. Господи, Господи, помоги же нам грешным. Помоги избежать духа антихристова, духа подмены и слуг его мерзейших, особливо пошлости этой ржавчины. Этой ржавчины, пред которой, увы, ничто до сего времени не могло устоять. Даже святые истины. Избави нас, Господи, от пошлости. Избави нас. Избави. А остальное приложится. Ей-богу. Помолимся за отечество наше поруганное, помолимся за народ православный, помолимся за идею русскую, ибо идея русская есть идея битвы духовной с мировым злом, и нет другой идеи у русского человека, и в этой идее для него все, и оправдание Божие, и осуждение его, и вся тайна истории русской, и великий огненный крест ее до последнего дня исполнения сроков. Братья и сестры, возлюбленные, и постыдимся призвания своего на вселенскую битву народов. Встанем живые и мертвые на последний бой за судьбы Отечества, на сокрушение мирового зла. Да сбудется замысел Божий о русской земле, об Отечестве нашем. Аминь. Спасибо.
Слышу! Слышу! Земля гудит! Ой, гудит! Ой, горюшка! Горе! Земля гудит! Ой, слышь! Ой, идет! Князь мира сего идет! Враг человеческий! Вышел из лага! Змей проклятущий! Дракон древний! Ведет в бойство антихристова! Горюшка, горе! Ой! Сила великая с ним идет по нашей душе! Дрожит земля! Гудит! 7 3000 тебе! Ты только учти, откуда придет он? Не знаю, нельзя узнать. А кто? Так он же незримо идет, невидимо, с блудницей вавилонскую. Хватит тебе, ну-ка посторонись. Пошел, и пошел прочь. И знакай, выступай. Черт возьми! Что здесь происходит? Нельзя начинать, нету его! Я знаю! Я знаю! Давай, Кирилл, сбегай, я знаю, где это. Тут рядом. Знаешь.
Неужели? Все что? Мигом что? Возьми пролетку! Дайте ему пролетку! Где Мазарин? Там, внутри. Где? Там, внутри, говорю, уже все готово. Внутри. А что крику-то столько, крику-то? Что-то все бастуют, некогда всем. Куда пошел? Куда пошел? Направо, говорю. Кофе будете? Я из-за вас, между прочим, не завтракал сегодня. Ну что вы копаетесь? Последний штрих сейчас. Галя, снизу! Мы уже готовы. Готовы. Говорите так, как цитируете. Что? Я еще ничего не сказал. Что я вам сказал? Тексты из Апокалипсиса. Какой текст? Я... Нет времени. Времени больше не будет. Там еще есть текст. Тишина будет как будто на полчаса. Скажите, вот полчаса это как? Буквально? Что вы мне зубы заговариваете? Отпустите его немедленно! Отпустите, я сказал его немедленно! Ваня, что ты сидишь? Там же люди ждут! Там битва! Пожалуйста. Там... Там... Что с ним сделал? Что это за лицо? А что? Что просили, то и сделали. Я вам хоть Ивана Сусанина сделаю. Нам все равно. Кто вас просил? Ну вы мне сейчас говорите, вас просили. Я вас спрашиваю, кто вас просил? Кто именно вас просил? Что кто просил? Ах... Приходил какой-то человек, сказал, кто у них тут главный? Да у них там все начальники. Ну вот, приходил человек и сказал, вот мы и сделали. Ваня, ты говорить можешь? Могу. Трудно ваше. Привыкнуть. Надо. Дипломат? Дипломат забыли. Не знаю, по-моему, прекрасную работу. Прекрасный, да, прекрасный. Спортивный мужчина. Знаете, по элегантный. Следящий за собой, да? Да, они сами не знают, что они. Да, не знаю, не совсем. Посмотри, что мы делаем. Ой. Разумеется. Все говорят, давайте спасать детей.
что, дескать, детки тонут. Что, видите ли, катер нужен. Что, якобы, лодки им нужны. Смешно все это. И к тому же не современно. Никаких катеров тонущим. Пусть учатся плавать. Кто выплывет, тот и будет жить в соответствии с духом времени. Что смотришь, будто не узнаешь? А я... Постарел, что ли? И не узнала вас. Думала, чужой кто. Чужой. Это вы. Сердце болит. Валидол или что-нибудь? Да нету ничего. Я сейчас чаек горячий принесу. Чай. Полегчает. А я вот бутылки собираю. Промышляю. Я сейчас мигом. Сейчас согреетесь,
Ноги-то поди промокли насквозь. Болеть будут. А чего это вы в темноте-то сидите? Вон у вас сколько свечечек. Сейчас свечечки запалим. Веселее будет. Спички поганые чадят. Спички. А вот одна свечечка. Вторая. И лампа у вас где-то была. Забыли, что ли? Вот это она тут. А я это в угловой магазин пошла. Сахарочку купила. Хороший сахарочек-то. Сейчас согреешься от такого-то чайку. Вот хорошо-то будет. Сейчас чайку попьем. Согреешься. На-ка, держи. Вот. Ты что дрожишь-то? Случилось чего? Они же малые, детки. Куда им плавать-то? Им защита нужна от взрослых-то. Все. Какие дела? Как жить-то будешь теперь? Я не буду жить. Ты чего? Ты чего говоришь-то? Не буду. Сон мне был. Ангел явился и говорит, все говорит, Мазарин, занавес. Господи. Какой, говорю, занавес? Не понял. А он не отвечает. Занавес, говорит, Мазарин. Это он у меня по фамилии, не по имени. Как это сказал, на наш подъезд вижу. Венки несут. Какие-то люди спрашивают, куда поставить крышку гроба, я здесь, в комнате, на столе лежу. Меня одевают. Рубашку все ищут, а чистой нет. Потом нашли.
А на кухне поминки. А обо мне говорят. Я не помню, разное. Странно, я здесь, а уже поминки. Это значит, этот ангел все знает наперед, раз говорит занавес. Это значит, все уже решено за меня, за тебя, за всех, а? Это он как бы по книге читает, а мы вроде артистов. Пьеску разыгрываем. Дьяволов водевиль. Все. Занавес, ты ступай, Семеновна, ступай. Мне еще один вопрос решить надо. Какой еще вопрос? Очень трудный, а времени нет. Нет времени. Иди. Ступай. Какой вопрос-то? Вопрос. Вопрос очень, очень важный вопрос. Главный. О Боге. О нем. Остальное все так. Это вопрос. Семеновна, ты свечку-то задуй. Мне в темноте легче думать. Горе-то какое. Oh, yeah.